Крафт Хорн Хаус Филмс. Хаддонфилд, Иллинойс. Октябрь. Я хочу вернуться к чему-то, что вы ранее мне сказали, что является самым странным. Обычно я не обсуждаю другие случаи с пациентами. Мне просто интересно, без каких-то имен, странный, ненормальный, наименее стабильный случай, что вызвало это любопытство? Вы когда-нибудь говорили с преступниками? Профессионально, да-да, я их оценил. Вы их оценили, как и меня? Да. Независимо от того контекста. Я работаю, скажем, с пациентом на основе психологических принципов преступника, не имеющего правонарушения. Вы видели что-нибудь? Картинку идеального города с темным прошлым? Мне смешно, как никто никогда не разговаривает об этом. И как это работает, выкладывая проблемы на вашем диване? Похоже, у вас фиксация, Реджина. Чувствую, что меня засматривают. Некоторые из нас... Вот посмотри, я подразумевал мальчика, когда убил свою семью. Я бы сказал, что он будет интересен как пациент для кого-то вроде вас. Я сказал, что подошел к Иоанну Второму. Майкл Майкс разговаривает с ним, говоря ему сделать это. Как вы думаете, диагноз каков? Я должен был оценить его. Что вы это уже делали, не так ли? Петерсон престижный. Что-то вроде этого права. Не можете себе представить, у вас много конкуренции в этом маленьком городе. Я считаю, что мы подошли к окончанию нашего сеанса. Я хочу, чтобы вы поняли что-то. Давай приблизимся к тому, что будет дальше. На следующей сессии. Джина! Эй, что случилось?
Ты в порядке? Давайте вернемся к этому на следующем визите. Хэллоуин. Лицо Майкла Майерса. Перевел и озвучил Синильников. До новых встреч, ребята!